Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Продолжаем проходить Dead Space Remake с русской озвучкой. Напоминаю вам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылочки в описании под этим видео. Айзек, Хэммонд, я перехватила сообщение из медотсека. Там есть люди? Смотрите сами. Говорит старший медик Николь Бреннан. Медотсек – ваше убежище. Все выжившие, прошу к нам. Николь, я иду в медотсек. Мы понимаем. Пойду в отсек экипажа, поищу выживших с мостика. Буду на связи. Отсек экипажа. Интересно, что он там забыл? А что красным написано? Короче, с Ютубом все сложнее бороться. Это, блин, прям VPN надо покупать. Потому что всякие эти тролливали, телетили. Что я сказал? VPN? Не VPN, КВН. В общем, на Рутубе у меня тоже есть канал. Также называется. Ищите там, там без проблем можно смотреть. Так, куда мне? Чё я, блин? Мне бы патронов где-то. Разжиться бы патронами, блядь. Вообще ни хера не осталось. Откройся. Откройся. Сука. Иди сюда, блядь. Тварь. Так, а что это такое? Водочистная станция. Пушка, блин. Не, пушки я не буду отключать. Просто почему-то патронов вообще не хватает. Так, сохраночка. Он тут ползет, сука. Кто-то ползет. А я сохраняюсь. А, вы кто, блядь? А, тварь! И аптечек нету, блин. Вообще ни хера нету, блядь. Мастер-ключ отсутствует. Дайте магазин хотя бы, я куплю себе этих патронов, блядь, аптечек. Еще чего-нибудь. Да это невозможно просто. Все, все закончилось. Просто все. Как такое может быть на легком уровне сложности? Объясните мне, пожалуйста. Такого не бывает, блядь. Обычно там патронов до хрена и аптечек и всего прочего. А тут нет ни черта, блядь. Я стесняюсь спросить, а на сложном уровне там что, вообще кобздец, блядь? С голой жопой ходишь и дерешься ногами. Пошел нахер, тварь! Бля, я сейчас сдохну, блядь. Магазин. Да кто там? Ай, тварь, блядь. Вот тварь, а. Поганые, блин. А у меня есть что-нибудь продать? Схема добавлена. Спасибо, блядь. Новый предмет, супер... Суперсимметричная привязь. А что это такое? Силовой резак. Так. Продать-то у меня есть что, кстати говоря. Продать. Продать. Окей. Так, купить. А в хранилище-то у меня нет ничего. У меня только костюмы. Чё я могу купить? Да все могу купить. Так. Чё? Улучшение огнемета.
1201 стоит? Вы чё, бля? Совсем, что ли, долбанулись? Количество 6. Давай вот так вот возьму. Так, хорошо. И аптечек, бля. 5 царей, бля. Вот так вот. Так, ну пока хватит, бля. Это что за херня, реально? Просто жесть какая-то, блядь. Чтобы на легком уровне сложности я еще и в магазине, блядь, бабки тратил. Я такого не встречал. Какого хера, блядь? Спрашиваю я, какого хера? Мразота, блядь. Откуда ты взялся, блядь? Патроны на вас только трать. Я знаешь что, давай вот... Так, инвентарь. Да, какая карта, блядь? Инвентарь. Вот эту херню давай поставим. Экипировать. За место чего? За место огнемета. Всё. Может из нее пострелять, блядь? Так, окей. Куда нам? Нам туда. А, нам в челнок. Я понял, поехали. Уезжаем быстрее отсюда. Поехали, блядь. Там кто-то кряхтит уже. Хочет моей плоти отведать, блин. Какие они кровожадные, блин. Сволота, блин. Хоть бы телек какой-то поставили, что ли, пока едешь смотреть. Это чё, кетчуп? Вы прибыли в медосек. Вы обещала из химической лаборатории. Что? Химической лаборатории? Я... Ты сильно прерываешься. Чёрт, теряю сигнал. Химическая лаборатория. Все, что я понял. Только с охранок, блин, побольше, видать, да, поставили. Ну какие мрази валяются. Какие мразоты валяются. Просто, блядь. Паков. Что такое? Какой-то свет отражается. Не отражается, а распыляется. Ах, короче, горит непонятно. Так, на магазин. Магазинчиком я уже воспользовался. Спасибо, блять, кто там? Дэниелс, за мной закрылась дверь медотсек. Алло. Еще. Еще один выживший. Наконец-то. Вы в безопасности. Я врач. А Николь Бреннан с вами? Доступ так вы искали не укрытие. Что ж, доктор Бреннан пока что занята. Мне прислать ее к вам? Лучше разблокируйте дверь, и я найду ее сам. Да вы эгоист. Вдруг зайдет кто-то еще. Или выйдет. Ну, блеск. Итак, вы решили усложнить мне жизнь. Садитесь. Я немедленно вами займусь. Ты кто такой вообще, блядь? Садитесь, говорит, я вам займусь. Смотри, как бы я тобой не занялся. Сука. Да, блядь! И сдохни, тварь! Какие они, а? Опять меня все упорепали. Мне так никаких аптечек не хватит. Честно слово, бля. Перезарядка стазиса. Он у меня заряженный. Мне пока что не надо.
Блять. Прошу вас не тревожить других пациентов. Что это? Исследование. Я вот-вот найду решение проблемы. Какие нахер... Генетолог меня бы понял. Исследование, блядь. Куда нам идти? Это какой-то щёкнутый доктор, блядь. Хочет нас в ловушку, тварь, заманить. А-а-а! Фу, блядь. Мразь какая. Ай! Да, блядь, стреляй ты в нее! Да тварь, блядь, стреляется с всяким говном! Тварь! Как его убить-то, бля? А он чё, блядь, бессмертный, что ли? Он чё, мразь, блядь, бессмертный, что ли? Иди сюда, я тебя пилить буду, тварина поганая. Просто башку мне оторвал. Прикинь. Это чё за лажа такая, блядь? Хера себе, блин. А как его убивать? Можешь просто пробежать там, да и все. Чё я жду? Это же не лифт. Давайте, мрази, я же знаю, что вы здесь, блядь. Нормально, блядь. Или огнеметом его сжечь к чертям собачьим. Опять, блин, менять надо, ёпта. Ну как же это неудобно. Почему нельзя побольше экипировать оружие? Давай попробую его спалить, блядь, мразоту эту. Мне кажется, его долго надо палить. Прям очень долго. Да не тревожу я никого, блядь. Ой, мне не сюда. Я вот-вот найду решение проблемы. Ага, нашел уже, блядь. Юнитолог меня бы понял. Ага. Сука! Кто там? А! Стопни, мразь! И чё у меня там осталось-то хер да ни хера? Ой, блин, вот это да. Короче, да что такое? Почему я не могу здесь пройти-то? А мне, блядь, надо туда проходить? Может, это говно надо убить? Подожди, блядь, стой. А, я не могу туда спуститься. Блядь. На, тварь, блядь, гори. Всё? И все, блядь, он сгорел. Прикол. А я-то мучился, блядь.
Прикинь, блин. Оказывается, просто его надо было чпокнуть как следует. Установить источник передач. Так, щиток. Двери. Лифты, блин. Не, ну мне на лифт показывает. Значит, лифт не надо отключать. Себя все заросло этим говном здесь. Ничего не видно. Понятно, блядь. Понятно, что ничего не понятно. Сука. Все, блядь. Зря, конечно, потратил. Где ты, мразь? Зря, конечно, огнемет потратил, блядь. Он так хорошо на того черта сработал, который из стены торчит. Просто великолепно, блядь. А теперь у меня нет огнемета, блядь. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. Ладно, пошли сюда. Темно, кобздец просто. Просто кобздец. Вот с фонариком идешь. Вот что-то чуть-чуть видно, блядь. Просто жесть, а. Так, окей, а здесь еще. Здесь что-то журнал. Получен журнал пациента. Вот. Я все записываю. Память уже не та. Как я уже сказал, новый подход к лечению может решить проблему. Проба обещает быть удачной. Проба? Доступ подтвержден. Вы мигом вернетесь на пост. Так что вас и не хватит, сэр. Или вы мне не доверяете? Да нет, ты доверяю. Давайте попробуем. Доброволец 9, молодой мужчина. Тестируем средства для регенерации тканей. Смерть наступит в течение часа, но изменения в сосудах очень обнадеживают. Нужно все почистить. Сколько можно? Где неотложная помощь? Да, я звонил. 3 раза. Пациенту все хуже. Хватит курить! Помогите мне! А, блядь, докторишка, блядь, чокнутый доктор. Чеканушка очередная. Так, сохраняемся. Что-то все напряжнее и напряжнее, блядь, становится. А здесь что? Добро пожаловать, нуль гравитационная терапия, блядь. Надо зайти. Доступ подтвержден. Доступ подтвержден. Схему взял лазерного магазина. Что за лазерный магазин? Дай мне патроны. Ах ты сука, не влазит. Теперь влазит, отлично. Сбросьте предметы. Я не хочу ничего сбрасывать, блин, закройся, пожалуйста. Закройся. Не надо так. Так не надо, просто закройся. Так, что это? Нормально зашел, слушай.
лабораториям. Так, ну как раз к лабораториям. Ёшкин кот, блин, я ж с этой стороны пришел. Я оттуда пришел. Опять вниз еду. Странно, как-то то наверх еду, то вниз. А вот теперь бы мне и верстачок не помешал. Так, там закрыто. Диагностика какая-то. Не туда, да? Но я схожу сюда, значит. А типа я это? Дресс открыл, короче. Все понятно. И че тут только голограмма? Говорит старший медик Николь Бреннан. Ай, нога онемела, сука. На Любилова получается. Говорит старший медик Николь Брэн. Получается на Любилова. Нет тут никого. Блять, бронзовый полупроводник не влазит, прикинь. Что-то в хранилище надо отправить, а вот что я не знаю. Вот это вот, наверное, лазерный магазин для лазерного пистолета. Режущий лучше лазерного пистолета. А у меня же нет лазерного пистолета. Вот пилы отправим. Да? Выбрать. В смысле выбросить, блядь. Не хочу выбрасывать. А как в хранилище-то отправить? Я думал, просто отсюда можно будет отправить. Сказать КП, сортировать, закрыть. Блин. Я не хочу ничего выбрасывать. Ладно, блядь. Хер с тобой, твоя взяла. Это зато продать можно. Так что делать-то? Тут закрыто все, ёпта. За пульт встать. Алло, тетя, отойди, блядь. Трансляция отключена. Айзек Флай. Обманка. Кларк. Айзек Кларк. Ах да, сердечный друг доктора Бреннан. Мы были коллегами, к слову. Доктор Келлс Мерсер. Это из-за вас обелиск пока медлит? Точно. Схождение не остановилось. Ему мешает. Вот только как? Я бы мог спросить вас, но, полагаю, вы не из разговорчивых. Быть может, мы выбирали неверный способ кончины. Сука, чокнутый доктор, блин. Расчленение. Я думаю, вы на верном пути. Ха. Расслабьтесь, мистер Кларк. Схождение так близко. Может, он ждал лишь вашей смерти? Ты урод, куда ты пошел это? Сука!
Дэниэлс, открой им лабораторию! Что? Дверь открой! Поняла! Готово, беги! Куда, блядь? Беги! А, сука, не туда! Лифт не работает! Лифт не работает! Куда бежать? Куда? Суки, блядь, отвалите! Быстрее, блядь, беги, ептань! Ее подделал этот блядский юнитолог, доктор Мёрсер. Он заперся в медотсеке, чтобы ставить опыты над экипажем. Вашу мать! По всему медотсеку ввели карантин. Похоже, Мёрсер постарался. Внутренние двери я взломаю, но карантин можно снять только из его кабинета. Ты чё, смеешься что ли, блядь? Быстрее выпустите меня отсюда, эта тварь там ходит, блядь, я её слышу. Неразумно, мистер Кларк. Пусть мой охотник регенерирует, но такие атаки для него личное оскорбление. Мразь! Не подходи! Ай, батарею надо сюда! Отдайте мне какую-нибудь, блядь, пушку, сука! Не подходи, блядь! Где батарейка, блядь? Где батарейка? Сука, я не вижу батарейку. А вон она, блядь. Мне куда? Мне сюда, быстрее! Валим, валим отсюда. Куда? Куда? Так, подожди, я пока что вроде убежал. Там столько этого осталось, барахла, блядь. Лазерный пистолет, блядь, зашибись, у меня места нет. Или есть. Так, давай его быстрее экипернем. Где он? Лазерный пистолет, экипировать. На место огнемета. Хорошо. Ты чё сделал, блин? Куда звук пропадает? Алло, блин. Звук пропадает куда-то. Камеру забыл включить. Такое бывает, блядь. Суматохи. Так, подожди-ка, дай-ка я тут все пособираю, блин. Передать по общей связи. Где эти твари? Лазарет перегружен. Нужна помощь. Взгляните на него. Мы не можем принять столько.
тяжелых, а командование ничего нам не говорит. Приступ. Черт. Доступ подтвержден. Может, еще остался ПГБ. Доступ подтвержден. Можно мне открыть-то теперь? Доступ подтвержден. Ну-ка, почему у меня патроны-то не влазят, а? Сейчас влезут, подожди. Оп! Влезут же сейчас, да? Где они, блядь? Где тут валялись? А, вон они. Ничего не вижу, блядь. Зашибись. Так, это мне зачем? Вот эта херня тут зачем мне нужна была? Кидаться, блядь? Вот это вот. К моргу, блядь. А, мне туда. Нахера мне к моргу? К моргу мне не надо. Спасибо, блядь. Так, окей, а этот что тут, блядь? Коридор в реанимационный отдел. Это идет куда-то туда провода. Можно батарейку ж переставить. Ладно, пошли. Нам туда. Нам туда, значит, туда. Бежим, точнее, блядь. Сука, опять это говно. Жалко, у меня нет этой херни. Ты же сдох там. Опять перезаряжайся. Не мразь. Вот эта пушка тоже хорошо на него действует, кстати говоря. Так, ага, мне туда. А там что? Можно там пробежаться? Я уже опять запутался, где я был, где я не был. Кислородная станция, блядь. Зачем она мне здесь? Или сейчас тут еще и вакуум начнется? Медицинский журнал «Доктор Кэллус Мерсер». Регенерация тканей, эксперимент пятый. Дети обелиска, некроморфы Каина, дали мне больше материала, чем я надеялся. Ключевой наводкой стал вариант заражения. Внедрение материала прямо в мозг дает оптимальные результаты. Доктор, нет! Конечно, для этого нужно отверстие в черепе. На переносице. Не надо, нет, умоляю! Не бойтесь, он стерилизован. Не бойтесь, он стерилизован, блин. Успокоил. Пациент Харрис, так вот почему вы все записываете. Короче, когда доктор, блядь, как его? Как этих называют, блядь? Сектант, блядь, в секте, который состоит. Сектанист, блядь. Саксофонист. Все с ним понятно. Не сюда? Да, мне сюда. Ух ты ж, какая большая аптечка. Так, это что, журнал? Очередной. Мерсер. Короче, он опыты проводил. На людях с этим обелиском, блядь. Типа он и выращивал вот так говна всякого. Все как обычно. Внимание! Сбой протоколов дверей. Перезагружаю систему. Сейчас эта тварь придет. Я угадал. Эй, там! А! Господи, держись! Сейчас помогу! Не надо! Спаси растения! Мы задыхаемся! Воздух отравлен! Но время еще есть! Ее фермент сработает!
Ей только нужен жидкий азот. Спаси нас! Жидкий азот, блядь. Вот дерьмо, он прав. Воздух корабля загрязняется. Его отравляет что-то в отсеке гидропоники. Если потеряем воздух... Он знает, как это остановить. Он пришел за жидким азотом. Думаю, запасы есть в криолаборатории. Ясно. Ну, вариантов особо нет. Расчищу путь в отсек криогеники. Давай. Протоколы перезагружены. Благодарим за ожидание. Так, получить жидкий азот. Пошли, жидкий азот получай. А что ожидаете? В смысле? Обнаружен ядовитый объект. Какой нахер ядовитый объект, блядь? Я тебя сохраниться хотел. Куда мне? Тварь. Пошел нахер. Вали, мразь. Кого ты задержал? Куда мне бежать, блядь? Быстрее! Ядовитый объект! Где? Беги, блядь! Куда? Куда? Я задыхаюсь. Сука. Кто, где, как ожидать? Токсичный объект удален. Так, очистка пошла. Этот газ из отсека гидропоники. Неужели воздух там настолько плох? Мне нужен короткий путь в отсек криогеники. Я открою дверь в химлаборатории. Оттуда прямая дорога. Жесть, блин, просто жесть. Ух, спасибо. Получим жидкий азот уже, дорогие друзья, в следующий раз. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.